8 лет назад мы только пришли в академию, и очень часто, когда задумываешься об этом, не верится, что время пролетело так быстро. Я очень благодарна своим педагогам, всем, кто учил меня на протяжении этих лет, всем, кто вкладывал в меня свою душу, свои силы. На протяжении этих лет академия стала для нас действительно вторым домом. Сейчас чувства смешанные, потому что мы ведь стремимся танцевать на сцене, готовимся к тому, чтобы стать артистами балета. Но эти люди, которые здесь, они стали нам родными. Немного так странно и грустно. Это же не просто какой-то этап, который мы вычеркиваем. Эти педагоги всегда останутся нашими педагогами. Марина Константиновна всегда для меня мой учитель. Выпускной курс – это своего рода подведение итогов, результат работы всех предыдущих лет. Ну, конечно, в академии должен быть стержень у человека, чтобы, несмотря на боль, несмотря на какую-то внутренний раздрай, может быть, надо идти вперед и себя не жалеть. Я считаю, что характер человека вырабатывается вообще благодаря его семье, благодаря воспитанию. Я благодарна своим родителям за то, что они прививали мне вот эту любовь к работе и всегда прививали вот это уважение к педагогам. Я знаю, что 25 лет назад Махар Хасанович дал возможность великолепной, неподражаемой Светлане Захаровой выступить в спектакле Мариинского театра, когда она была студенткой Академии Вагановой. И для меня огромная честь, что мне он дал также, будучи еще студенткой Московской Академии, выступить с труппой Большого театра в спектаклях «Дон Кихот» и «Раймонда». Я очень благодарна Махару Хасановичу за этот бесценный опыт. И для меня это было незабываемым событием, которое я запомню навсегда. Thank you.
Все замечательно. Так что я тебя поздравляю. Я рад. Слушай, мы вот когда сидели, мои Константин меня поправил. Не 35, 25, я спрашиваю. Я действительно, мы сегодня гадали, сколько же прошло. Просто молодец, я очень рад, что мы тебе вместе с нами доверили, оправдал абсолютно. И я думаю, что у тебя еще... Ну, мы обсудим с ним. Я считаю, что, несмотря на какие-либо успехи человека, надо на следующий день это все забывать. Конечно, надо, если ты переступил какую-то ступень, например, порог волнения, исполнил какую-то партию, да, надо это как сберечь для себя, как опыт артиста, как профессиональный, да, мне надо еще очень много работать. И если есть такой педагог, как у меня, надо молиться на такого педагога, действительно, каждый день впитывать замечания. И работать, будто ты начинаешь заново. Правда, не верится, что Марина Константиновна наш педагог, потому что она блистательная балерина Большого театра. Марина Константиновна стала для нас уже как мама. Мы ее видим каждый день. Она нам дает советы не только как педагог, но и жизненные. Как педагог, то она стремится выявить индивидуальность каждого, не навязывает никогда. Она, мне кажется, очень уважает всех своих учеников с равной любовью, с равным вниманием ко всем относится. Это, по-моему, потрясающе. Это действительно здорово, когда педагог поступает именно так. Это помогает ученикам, и это их поддерживает очень. С удовольствием. Как вы уходите на сцену в Большом театре, с удовольствием танцевать, так и здесь. Просто с удовольствием, все движения. Мозги включены. Все, давайте, отдыхайте.
я только начинаю свой относительно самостоятельный путь, потому что педагоги всегда рядом с нами, всегда поддерживают. Мечта — это для меня такая хрупкая материя, о которой я не привыкла говорить. Конечно же, я мечтаю стать настоящим артистом, ведь есть столько прекрасных ролей, которые мне бы очень хотелось исполнить, прожить на сцене. Поэтому я думаю, что нужно иметь желание развиваться и быть готовым много работать, но главное — любить свою профессию. Я очень хочу продолжать ее любить, и хочется быть настоящим артистом. Мне кажется, это мечта многих. Мне хочется к этому стремиться.